Ну, наконец-то приехал. Дани, ты готов? Я готов. Вроде. Ладно, Дани. Если что, я готов. Так все готовы. Чувак, ну повернись сюда. Давай. Ну все, пора за дело. Надо запускать. Быстро. Вот так. У Марии тут лучшее оборудование. Мы должны только включить его. Мы? Ты думаешь, Таля станет возиться с антенной, светом, колонками? Да не в жизнь. Ладно, ладно. Помогу. О, да! У меня есть Роуди, и мы запускаем радио Либертад! Я буду контролировать процесс отсюда. Вот засранец. Ланенька, давай. Так, нам нужно с вами подняться. Нет, подниматься никуда не надо. Все, можем начать отсюда. Так, антенна включена. Теперь я, значит, еще и техник. Так, управление светом на крыше. Ближе к парадной двери. Как тут у Маркисы все наворочено. Ты че? Техника готова. Класс! Подходи к сцене на крыше. Мы тут такого намутили. Скоро все случится, Дани! Кохонос. Совсем как живой. А где Паула и Талия? Глядишь стрёмно. У меня всегда так. Каждый раз перед концертом. Наконец-то. Вердат собре тодо. 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 Дальше ждём. Вердат собре тодо. Falla, porque en la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla, somos los yaranos. Tú sabes que no se desmaya. Pasa la raya y verás un pueblo que arde metiendo la galla. Yo me estralla. Quiero que todos salgamos con puños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa. Este día llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando... ¡Nahir Castillo! ¡Nahir Marqueso! ¡Nahir Paraíso! ¡Rejuder a la muerte! ¡Me idem вперед! ¡Слышишь! Ой. Яра сера либре. Дани, защищай оборудование! Альтанов, снимать эфир! Если электроника накрутается, радио Либертад для нас! Я этого не допущу. Так, ну это что, далековато они. Не, не для этого оружия. Да какое оборудование-то, ёлки-палки? Так, я здесь, внизу. Ну-ка. Вот так тебе. Еще раз, ребят, давайте попробуем. Отлично. Да давай, ешь его. Ну что, прикольно. О, кстати. Давайте отсюда возьмем пулеметик. Шикардоста. Ну а здесь самое главное сбить вот этого стрелка. Все, убит. Это самое главное. Ты куда там встал, ё-моё? Супрема готов.
там еще один бежит. Давай, бегом за ним. Это что такое? Вертух, что ли? Нет. Это обычные солдатики. Точнее, солдадос. Так, вон там бегут. Это наш бежит, а вон там не наш. Отвлекай, отвлекай. Красава! Охрененно! Лучшее шоу в мире! Стоп! Далее опять у микрофона! Пиз! Дани, эти камемьердес пригнали танк! Да офигеть вообще! Блин! Вот это жара. Так, давай. Ну что, все получилось? Я надеюсь, что да. Короче, там еще пруд. Надо, наверное, опять вставать за орудие. Как-нибудь вот так. Ждем. Оборудование пытается уничтожить. Я что-то не вижу никого. Кто где? Вот там, вдалеке. И вот здесь еще бежит. Убит. Давайте ближе, ближе, ближе. Жду вас. Готов накормить свинцом. Это все. Чё-то много попёрло. Да блин. Сюда иди. Красава. Опять кто бежит. Да когда они уже закончатся-то, ёлки-палки. О, вижу. Это мой. Не, ну мы с вами, в принципе, можем попробовать еще выше подняться, но мало ли что. Пока не буду рисковать. Вон там еще кто-то идет. Покажись. Отлично. Слушай, Дани, может, закончим шоу эффектно? Да, жги. Ну что, Яра, нравится? Максимус Матанцес будут жечь дальше. И ни Кастильо, ни Маркеса не смогут заткнуть нам рот.
Давай еще, блин! Все, хватит! Да о чем ты, Пауло? Ты донесла мысль до Маркеса? Но тенемос мьеда михента нофалья! Из-за тебя у нее либертад мозга? Лучше в Америку сбежать, поджав хвост? Блин, Талия, там хоть можно пожить! О, да! Улыбаться Янке и сортиры чистить! А, и слышать от них, вали в свою страну! Мы не нужны им, Пауло! Мое место здесь, вместе с либертад! Либертад? Им нужны наши фанаты! Кларе Гарсии насрать, кто ты? Я, Дани! Не ругайтесь. Теперь ты против либертад? Мы же столько пережили. Операция, твоя вот семья. Вот именно! Моя семья, не твоя! Мне не до войны! Когда все стихнет, моя жизнь сильно легче не станет. Не забыла? Я же транс посреди сраной Яры! Не делай вид, что знаешь, каково мне! Настоящие мужики не бегут. Суэрте. Ничего. Все будет норм. Не думаю, ми амиго. Мисс Тилли, у меня есть всего пара минут. Ну, начнем. Ты много времени проводишь с отцом? Он отличный учитель. А с мамой? Ке класса да тантерия эсэста, Мария? Эсэль эстило американо. Насчет Вивиру. Это лекарство от рака спасает миллионы жизней во всех странах мира, кроме США. Мой отец очень болен. Американцы долго будут ждать? Ваш народ любит требовать то, что ему не принадлежит. Но ведь вы не хотите вести переговоры, даже о снятии блокады. Жаль вашего отца, но американцы подождут. Как и все остальные. Вчера ваш канал и Яровидение взломали повстанцы. Они требовали освободить так называемых изгоев из трудовых лагерей. Так значит, Вивиро производят рабы? Правда или ложь? Правда, конечно. Рабство родилось не в Яре. Америка наживалась на нем. Больше полувека вы продавали за рубеж хлопок. Кто его растил? Постойте. Рабы. 4 миллиона рабов стоимостью 3,5 миллиарда долларов. Такие, как я, были вашим главным активом. Как это назвать? Уроком истории? Первым шагом. Вторым стала тюремная индустрия, где люди работают за гроши. Не только в Америке. Верно. Дети шьют одежду и собирают смартфоны, а Вивиру спасает людей. И спасенным все равно, как делают препарат. Сантос Эспиноса убил вашего отца в ходе революции 67-го. Вы попали в плен в 13 лет, столько же сейчас Диего. Вы учились сами? Меня всему научила моя мать. Вы 15 лет работали на табачной плантации. Говорят, вы до сих пор храните нож. Когда Яра станет раем, и я предоставлю Вивиру американцам, мои методы, ваши вопросы будут неважны. На этом все? Вашему отцу. Получаем, ребят, с вами 8-й ранг. Ну и мне бы здесь помощь не помешала. Итак, Вилли, я сгораю от любопытства. Что же я должен найти? Крокодилью башку. От костюма маскота. Да это мы уже слышали. Пауло больше нет рядом. Но меня так просто не заткнуть. Мы с тобой устроим Марии Маркесе реальную войну. Как же долго я этого ждала. Сначала она нас запретила. Потом меня утащили на промывку мозгов. Пытались заткнуть мне рот. Короче, Дани, пора преподать ей урок цензуры. Ее пропаганда, билборды, реклама и даже сраный завод. Все будет уничтожено. Мы оставим Маркесу ни с чем. Когда мы закончим, у нее не останется ни песо. Ее гребаная машина пропаганды забрала наш голос. И у нас осталось одно. Пули. Отомсти, суки. Мне не стоило спрашивать. Ага. Просто делай свою работу.
Клара. Трансляция отключилась. Что произошло? Вы в порядке? Мы живы. Бьен, теперь Маркеса сделает все, чтобы превратить вашу жизнь в ад. Защити Максимус Матанса, Дани. Трансляцию смотрели тысячи людей. К нам уже приходят новобранцы. Буду стараться, Клара. Я поговорю с Талией, вдруг смогу помочь. С творческими разногласиями. Я верю в тебя, Дани. Ну что ж, давайте попробуем выполнить эту миссию. Начинается где-то здесь. Высадка недоступна, недоступна. А здесь доступна! Дани! Дани! Мой лучший друг! Мой поросёночек! Чего? Ты! Я! Секунда! Главная площадь! Выпьем! Сейчас! Похоже, ты уже начал. Ну что же, ну прекрати! Конью! Подойду, как смогу. Притормози там, бичу. Чё-то разошёлся. Придётся штрафную пить, блин. Вот фотка грузовиков с пропагандой Маркесы. Прости, что приходится смотреть на её рожу. Ещё одна причина разобраться с ними. С первого дня, как Кастильо пришел к власти, я слушал ее пропаганду. Достало. Разнеси их, Дани. Так, новые фото, давайте смотреть. Так, ну понятно, ладно. Так. Вот это аккуратно. Вот мы с вами и будем сейчас уничтожать. Ладно, поехали. Только сначала их всех здесь надо бы убить, ребят. Потому что нам свидетели не нужны. О, да. Снайпер. Тихо, огнемет. Подожди, не понял. А это что такое? В атаку. Какого черта? Ну давай, грызи его. Так, ну еще бы нам тревогу отключить. Да, вот так мы с вами делаем. Секундочку, где-то здесь. Прям чую. Куси, малыш. Они что там, все бухие, что ли? Давай, 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 давай. Опа. Так, собираем ментальчик. Топливо, топливо. Чё, тихо, тихо, не пали, не пали, не пали. Вон он, вижу. Ну чё, всё, понеслась. На самом деле, немного осталось. Да где ж ты, ёлки-палки, а? О, да. Так, ну в принципе... Ну потихонечку мы с вами можем начинать. Меня, правда, беспокоит то, что... Кто-то добежит, поднимет тревогу. И будет всем худо. Так, держись. Сейчас помогу. Все, ребяточки, понеслась. Это что такое было? Это что за бред? Так, пёсель, прости. Бабах! Давай туда. Как приятно, почти терапия. Да просто офигенно. Сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Вообще, вот эти ящики нам тоже надо уничтожать с вами. Где-то тут видел. Цистерну. Ладно, придется внутрь. А может быть отсюда? Вот так. Чпонь. Не, не получается. Это печально. Ладно, давайте внутрь. Куда ты там палишь?
Блин, такая жесть. Ой-ой-ой-ой. Нет. Ну, это потому, что мы с вами очень близко находимся. Находились к стене, оттуда просто отскочило. Вот как сейчас. И еще одна цистерна здесь. Давай. Оп. Туши. Так, ладно, надо выйти. Блин, а почему нельзя выйти-то? Дайте выйти. Дайте выйти! Через второй этаж, что ли? Ну да, получается, через окошко. Так, короче, где-то еще одна. Ну, а вот так. Ну, что-то как фиговенько. Это, блин, будет очень долго. Надо что-нибудь придумать. Ну, ладно, придется так. Завод Марии уничтожен. Она больше не сможет грабить народ. Энсо, теперь испоганье лицо. То, что на билбордах. Огнем, пулями, мочой, блевотой, похер. Ни в чем себе не отказывай. Ограничусь пушками. Хочу, чтобы Мария увидела, как горит. Напомним стерве о грядущей смерти, да? Далее, далее. Ух, класс. Так, а что, если я просто вот так вот возьму? Нет, нам не поможет уже. А вот там я что-то видел, там прям как будто что-то пронеслось. Ой, это кабан. Ладно, давайте свалим. Так, Талия нам еще отправила фото, ребят. Но здесь у нас грузовиков больше нет, поэтому что делать? Придется нам ехать и искать. Так, поехали, поехали, поехали. А, придется ездить и искать. Но вообще, на самом деле, мы здесь можем вот с этим билбордом еще разобраться. Вот так. 55%. Блин, надо свалить. Кабаны какие-то стрёмные. Так, еще грузовики нам нужны. Около Новин... Тармоса. Ну, я не знаю, можно попробовать куда-нибудь сюда поехать, что ли. Потому что, видите, такое задание у нас. Ой. А, кстати говоря, спасибо за этого кабанчика. Да, блин, как он без сознания-то, ёлки-ты-палки, ну. Да, придется вернуться, потому что я не могу бросить друга в беде. Я получу еще разведданные. Эй, убери оружие! Спокойно, спокойно, живо! Спокойно. Больше такой фигни не есть делай. Есть новости. За патриотизм мало платят. Вот здесь найдешь припасы, повстанец. Спасибо. Вставай, дружочек. Поехали искать другой грузовик и билборды. Это он? Да, это билборд. Так, отлично. 70%. А, что такое смотрю, а тачки нет. Думаю, что за бред. Ребят, ну вот он, тот самый билборд, который позволит нам выполнить задание. Ну, теперь-то Мария точно поймет. Эй, с пропагандой покончено. О, да. Давай провернем кое-что покруче, си? Я слышала, Камамьердос решили поставить на площади Эль Пресиденте очередную статую Антона. Ну, хоть что-то у него стоять будет. Не бойся, Тали, это ненадолго. Мне нравится ход твоих мыслей. Ну что ж, надо смотреть. Так, откуда высадка у нас? Блин, опять фиг высадишься. Ну давайте отсюда.
Или на самом деле можно... Можно быстрое перемещение вот сюда, а там проехать. Давайте так и сделаем.